Так, всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня расскажу, как же быстро прокачаться, всяко-всяко. Значит, игра Risk of Kings. Значит, сейчас мы уходим. Тут, значит, у нас солдатик, который там собирает количество собранных. До конца нужно, да, собрать. Потом они отозвутся и нам принесется. Сейчас пособираем и будем выполнять здание. В день разобрать. Нам сейчас подарки нужны. Нам, конечно, 300, это очень хорошо, но по-моему будет их мало. Так, квест собрать, забрать. Ну, сука, тут квест, смотрите, классно. Так, начать. Так, прокачка нужна, время. Так, значит, давайте тогда сундучки. За ключи не хотелось бы, хочу бесплатно ключи. О! Хорошо, что не прокачать, нужно прокачать ратушу. 20 минут, давайте. К следующей серии, да, к следующей серии мы прокачаемся. Если хотите, чтобы я сделал стрим, то нужно написать в комментариях, сделать стрим, там лайк, подписка на YouTube канал и всяко-всяко. Разведать. Давай, разведай хоть что-нибудь. Потому что нас будет очень мало. Ну, чувак, давай, разведай. Свести, да, правильно. Так, как там вниз нужно обойти? Вот такие мы изменим Макс Риск и YouTube. Еда у нас есть, дрова у нас нет. Давайте дровы. Ну и еды тоже. А, уже нет, хватает места. Ну ладно, придется теперь уже воевать с кем-то. Но если мы не воевать, то у нас откроются ворота, как вот этого чувака. Сбор войск. Разведка. Атака. Мощь. Убийство. Нет. Альянс. Нет. А я кто? Так, вот Альянс. Нет. Убийство. Нет. 5000. Ну, он мощный. Так, мы третьего митинг. Все под защиты. Если будем атаковать на вражеских, то мы откроемся. Так, деревушка. Деревня. Племени. Интересно, интересно. Также ссылочка на канал в описании. Это мой не основной канал. Но хотелось бы. Так, там тоже можно разведать. Ну что там? Ага. Назад идет. Так, разведай там тоже. Да, отправиться. Солдатики. Ну что, давайте хоть атакуем на кого-то. Так. Зато кого-то приз будем получать. Получать. Так, может отменить команду? Нет. Так, очистить марш. Так, вот помощники. Мощь 1600. Так, вы туда идете, а можно мне разведку туда и туда сделать? Так, сбор. А можно мне других войны? Не, ну стоп, а туда кто будет идти? Удержи позицию после атаки. Нет, ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, как мне сделать раздвоение. Нужно купить героя себе, да, магазинчик. Давайте тогда возьму магазинчик. Так, у нас уже скоро выполнится. Так, прокачка. Стройка нельзя. Так, как мне тогда взять этих сил? О, сундучок. Сундучок. Так, куда это? Хорошие вещи. Я не в курсе. Чилка. Так, спят. Так, можем прокачать, они станут сильнее. Мощь. Увеличится лимит обучения стрелков. Тоже увеличится, но нам... Там не хватает места, так что, точнее, нужно улучшать что-то другое. Так, разведка. Разведка, да, разведка, блин. Вот туда нужно. Отправляйся. Так, где мы теперь? Давайте уходить. Там у нас уже, говорят, уже все. Крестики, кстати, нолики. Офигенно. Молодцы, так, тихо. Сбор, сбор, давайте. Может, так за ними следить. А, прикольно. Напиши в комментариях, если ты так хочешь, то я так и сделаю. Угу. Строительство. Так, их нужно тут собрать войск. Дальше нужна защита или атака, или что-нибудь. Так, вот. Открыть, открыть, нет. Так, там что такое? Так, так, так. Давайте миссию выполнять. Да, там уж помощь такая. Так, ускорять. А чем ускорять? Я не в курсе. Так, улучши ратушу.
Понятно. Они еще выполняются. Так, что мне еще? Победи варвару. Около уровня третьего. Окей, давайте помним варвару. Убьем их. Бам, в атаку. Да. Шагар марш. Так, они там воюют. Ага, а мы что-то еще сможем. Лук короля. Лук короля, мы прям все сможем, да? Нанимать нужно всех. Окей. Значит, хай они там нанимают, потому что нужно ускорить, чтобы было больше. Так, у нас есть еще один солдат, который может там ускорить. Как по моему мнению, сейчас нужно... улучшать нельзя. Так, да, защиту. А это, кстати, что такое? Склад. Склад. Зачем я склад? А сколько там информации? Так, 320 везде. Скоро прям накопится. Давай тогда прокачаем. Так. Что нужен? Так, награда. Как нам дадут хоть за что-нибудь начать выполнять квест, искать воинов. А вы там что делаете? Да, они в доме сидят. Ах, уж такие, давайте воюйте. Так, значит, как там локация? Мы хоть локацию исследуем. Чем больше локаций, тем у нас больше шансов найти охраменный склад. Типа того. Охраменный. Так, все тут у нас работают, а мы ничего не делаем, да? Так, собираем. Также тут собираем. Также. А, я понял, можно искать, так, дайте выйти. Так, вроде бы. А, он воюет, давайте за ним болевать. Так, дальше, думаю, сюда пойти нужно, нельзя. Окей. Ну, ладно. А, тут еще одна. Руши. Победа, отлично. Давайте хоть собирайте там, владельца нет, пока что мы заберем. А кто это владелец? Так, сначала нужно исследовать, разблокировать карьеры. Типа там магазин новый. Интересненько. Так, статистика упала. Очень странно. Как это так работает? Так, забрать. Сундучок открыть. Сундучок. Так. Деревянный магнит. Искать деревянные магниты. Так, хай он исследует. Нам нужен деревянный магнит. Так, значит, собираете пока что. Что же можно еще ускорить? Так, важно тут пойти, собрать такое себе. Лучше выполнять и эволюционировать. Так, по городу у нас тут. Ничего не сомневается. Строительство. Да, тут на свободном. Хорошо, значит. Он даже построили. Окей, ратуша. Окей, давай защиту туда поставим. Нужна мощная защита. А то сломает ее и будет атаковать. Тоже ратуша. Все ратуша. 26 секунд. Хочешь что-нибудь? Это что, кстати? Лагерь разведчиков. А вот зачем? Понять. Я туда, давай, буквочку Айди. А мне интересно, мы будем нападать когда-то, да? Или же нет, мне нужно подготовиться еще. Какое? Мне нужно готовиться. Так, значит, куда нам нужно атаковать? Победи кого-то. Как выйти мне? Где? Вон. Атаковать. Шагомарш. Они, конечно, далеко, но ладно. Так, чья это территория, мне интересно? Пока что не наша. Большая территория. У награда. Давай соберем. Так, ссылочки в описании на ролики. Можно их тоже посмотреть. Как-то вот так он интересно ролик. Всем удачи, всем акам. Это мы заканчиваем. Так, вы доходите нам. А мы закончим. Всем пока.